показывает Paramount Pictures. Фильм производства Дисалле и Дэвида. «Совершенное оружие». В фильме снимались Джефф Спикман, Джон Дай, Мако, Джеймс Хонг, Мариска Харгитай, Данте Баско, Бо Стар, Сет Сакай, и другие актеры. Композитор Гэри Чанг. Монтаж Уэйн Варман. Художник фильма Кёртис Шнелль. Оператор-постановщик Рассел Карпентер. Исполнительный продюсер Ральф Уинтер. Автор сценария Дэвид Уилсон. Продюсеры фильма Марк Дисалле и Пьер Дэвид. Режиссер Марк Дисалле. У вас много места в магазине, мистер Квонг. Мы знаем, что вам нужны сейчас деньги. Я не заинтересован в вашем предложении. Вы не понимаете. Я очень хорошо понимаю, что вы продаете. Я не хочу, чтобы ваши наркотики были в моем магазине. Мистер Квонг, пожалуйста, уходите. Алло? Здравствуй, Ким. Это я, Джефф. Джефф? Я, кажется, с вами разговариваю. Уходите из моего магазина, убирайтесь. Вы грубый человек, мистер Квонг. Уходите немедленно. Ким, что там происходит? Думаете, я пришел просить у вас помощи? Вы должны более уважительно относиться к нашей организации. Ким. Вы будете на нас работать. У вас нет другого выбора. До встречи, старик. Это уже третий раз за выходные. Я уехал из участка. Он не может учиться в школе. Его нрав становится все более и более необузданным. Я даже не могу говорить со своим собственным сыном. Что с ним происходит, черт возьми? Он, наверное, переживает смерть матери, Карл. Ким, не он один. Он единственный ходит
с таким видом по улицам, а Адам не ведет себя так же, как ты думаешь? Адам слишком мал, чтобы помнить Элейн. Я знаю, что он попадет в серьезные неприятности. Я думаю, отдать его в военное училище. Там они приучают к дисциплине. В этом нет ничего плохого. К тому же, мы оба помним службу в армии, не так ли? Господи, Ким, я ведь люблю их. И я не могу с ними справиться. Можно попробовать перевести его в другую школу. Вместо дисциплины там обучают самодисциплине. Это может помочь Джеффу контролировать себя. Эта школа называется Кенпо. А это не новая школа хиппи, случайно? Нет, Карл. Это старая школа. Ей 2000 лет. Школа карате учителя Ло. Джефф, это учитель Ло. Дженнифер? Кенпо — это сочетание древних техник ведения боя, современных научных принципов. Бесконечный поток действия. Он должен присутствовать, когда ты атакуешь противника. Каждое твое движение создает специальную реакцию в твоем сопернике. Каждая реакция ведет тебя к следующему движению. Каждый удар есть блок, и каждый блок есть удар. Каждое движение перетекает в другое. Это логично. Последовательный поток движений. Это основа кенпо. Кенпо может быть и самым смертельным боевым искусством. Чтобы управлять энергией кенпо, нужно сначала научиться управлять собой. Тренируй свой дух, как тренируешь свое тело. Развивай внутреннюю силу, равновесие, полной гармонии. Мастер кенпо — это нечто большее, чем эксперт карате. Он одновременно и мастер боевых искусств, и хозяин своего тела. Здорово. Эй, прыгун, давай, дуй с полем. После тебя, балбес. Что ты сказал? Ладно, давайте забудем об этом. Нет, 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 нет. Давайте не будем об этом забывать. Делайте то, что я сказал, с поля, иначе жест в задницу засуну. А ты попробуй. Пойдем. Ты что, позволишь ему так разговаривать с собой? Адам, я сказал, пойдем. Он того не стоит. Я того не стою? Что это значит? Это значит, что он набьет тебе морду. Ты можешь набить мне морду одной ногой. Пойдем. Мы еще не закончили. По-моему, закончили. Наверное, он рассчитывает на свой шест.
Ах ты говнюк. Эриксон, что с тобой? Что случилось? Сюда, сюда, ребята. Вызовите скорую, быстро. Сумасшедший. Что ты сделал, черт возьми? Он ударил Адама. Это не извиняет себя. Ты хотел убить этого парня? Нет. Тебе повезло, что не убил. Ты даже не понимаешь, что ты наделал. Ты абсолютно не отвечаешь за свои поступки. Я отправил тебя в школу Кенпо, чтобы ты мог держать себя в руках. И этому ты научился, абсолютно не изменился. Только сейчас стал опаснее. Уходи из моего дома. Как это? Когда-нибудь ты убьешь кого-нибудь. Я не хочу это видеть. Я хочу, чтобы ты не подходил к Адаму. Он пострадал сегодня, потому что хотел быть похожим на тебя. Он хочет пойти за тобой, но он не такой, как ты. Я не хочу, чтобы он был похож на тебя. Не подходи к нему, но, папа, уходи из моего дома и не подходи к Адаму. Ты понимаешь меня? Да. Я буду от всех держаться подальше. Ты усвоил лишь половину самого главного. Ты силен, ты быстр, но ты лишь тигр, но не дракон. Тигр не думает, поэтому он не может действовать. Он может лишь реагировать. Тигр силен и бесстрашен, но он не может начать действие. В этом разница между человеком и тигром. Тигр — это то, что я знаю. Дракон тоже очень силен, но он полон мудрости. Дракон чувствует, на что он способен. Это тигр. А это дракон. Дракон всегда выбирает. Тигр никогда. Я показал тебе дракона, но ты его не видел. Ты не найдешь дракона здесь. Опыт будет твоим учителем. Ты должен найти его сам. По-своему. И когда ты это сделаешь, я знаю. Я научусь повадкам дракона. Тогда ты будешь мужчиной. Джефф, для меня здесь больше ничего нет, Ким. Здесь для тебя есть больше, чем ты видишь. Только не надо этого, ладно? Я все знаю. Я могу видеть, я могу чувствовать, я могу учиться. Господи. Прости меня. Я не должен был так с тобой разговаривать. Мне будет не хватать тебя, Ким. Где бы ты ни был, мое сердце будет с тобой. У тебя здесь много симпатичных вещей. Очень старых вещей.
и очень красивых. Принеси мою сумку. Ты будешь работать на нас, старик. Правильно? У тебя какие-то проблемы? Наверное, да. Что здесь происходит? Ну как ты, Ким? Ничего? Гораздо лучше, чем они. Могло быть и хуже. Они убийцы. Я не знаю, откуда вы приехали, но вам лучше уехать. Эти ребята золотые кулаки. Вы мертвец, Джимми. Это мой друг Джефф. Иди, принеси мне доски и молоток, пожалуйста. Кто такие эти золотые кулаки, Ким? Солдаты корейской мафии. Я что-то раньше о них не слышал. Ты ведь никогда не был корейцем. Ты знаешь, Джефф, корейцы приезжают в Америку. Это самая удивительная страна в мире. Они усердно работают, копят деньги, становятся гражданами страны, открывают магазины, как мой. Но каждый корабль привозит сюда что-то еще, кроме обычных грузов. Корейская мафия тоже проникает в Америку. Наркотики, проституция, паразиты. Я отказал им хранить наркотики. Поэтому они пришли и все побили. Может, мне остаться ненадолго? На случай, если они вернутся. Нет, нет, большое спасибо за твое предложение. Но ты чужак. Они подумают, что я нанял тебя, чтобы обезопасить себя. Я не могу на это пойти. Завтра я пойду и поговорю с ними. Я все объясню, они поймут. Все будет в порядке. Джефф, ты хорошо выглядишь. Рад снова тебя видеть. Столько лет прошло. Мне очень тебя не хватало. Ким, ты уверен, что я ничем не могу помочь тебе? Не стоит беспокоиться, все будет отлично. Похоже, ничего не изменилось за эти годы. Кроме того, что сейчас я стал хозяином антиквариата. Скажи мне, Джефф, ты заедешь к своей семье? Не надо вставать. Это Ян Ган Хо. Джимми Хо. Послушайте, я пойду к дяде Сэму. Все будет в порядке? Да, конечно, спасибо. Нам с Джеффом есть о чем поговорить. Ну ладно, всего доброго. Джимми хороший парень.
А мне помогает. Я позволил ему пожить у себя. У него не было крыши над головой. Он тебе никого не напоминает случайно? Неужели я так похож на него? А что, ты изменился за последнее время? Это был долгий, тяжелый день. Встретимся утром. Я хочу, чтобы вы отдохнули, а я пока уберусь и немного погуляю на улице. Спокойной ночи, Джефф. Спокойной ночи. Джефф. Джефф. Да? Никогда не поздно вернуться домой. Да. Нет. Никого нет дома, придурок. Кроме нас. Давай сюда бабки, сосунок. Ты же слышал, что тебе сказали. Я проучу этого ублюдка. Это вы хотите, да? Это хотите? Хотите мои деньги? Возьмите. Простите, спасибо. Адам Сандерс, полиция, отдел проследования убийств. А что у вас есть? Идеальное преступление. Сработано чисто. Я хотел бы участвовать в расследовании. Нет, вы не можете. Жертва была моим другом, моим старым другом. Я хотел бы участвовать. Вы должны позвонить в наше управление. Детектив? Да. Но что у вас есть? Это убийство. Больше похоже на казнь с автографом. Мы часто с этим сталкивались. Сеть Харапонг. Сеть Харапонг? Да.
амфетамины. Бестселлер корейской мафии. Кто этим заправляет? Я бы стал уже руководителем отдела по борьбе с наркотиками, если бы знал это. Но, однако, у нас есть свидетель. Свидетель, да, наверху. Нам очень повезло. Скажите мне еще раз. Послушай, я тебе сказал уже 4 раза. Если потребуется, ты скажешь и 5-й раз. Покажите ему фотографии. Может быть, это поможет. Кто его знает? Иногда это срабатывает. Ну так что, Сэндерс? Джефф? Джефф? Адам. Адам? О, Боже. Я знаю, что это похоже на пустую трату времени. Ты никогда не знаешь, что можешь найти, правильно? Это последнее. Да. Куда ты собрался? Может быть, зайдешь к отцу? У меня есть более важные дела. Какие дела? Не спрашивай. Что происходит? Послушай, не суй туда свой нос. Тебе же лучше будет. Джефф, мы ведь с тобой члены одной семьи. Ты никогда не будешь заниматься этим в одиночку. Если хочешь помочь, помоги мне. По-другому не получится. Передавай привет отцу. Прости, я ищу одного человека. Я не смогу тебе помочь. А ты знаешь того, кто может? Наверное, не знаешь. Можешь мне помочь? Я ищу одного человека, мастера тэквондо. Рост около 1,70-1,80 м. Татуировка паука вот здесь. Ты знаешь его? Да, прекрасно. Мне нужно поговорить с ним. Может быть, ты пойдешь домой, пока тебя не побили? Знаешь, я вот думаю, могу ли я набить тебе морду? Нет, даже не одному тебе. Всем троим. Ты что, серьезно? Да. А ты? Если я вас уложу, всех троих, ты скажешь, куда мне идти. Договорились? Полный контакт. Никакой защиты. Никаких проблем. This is my dance. Это мой танец. Come on, white boy. Ну давай, вставай, белокожий. Посмотрим, на что ты способен. Come on, come on.
Держи его. Где он? Забудь об этом. Мы ведь с тобой договорились. Говори. Логово крокодила. Где? Клуб логово крокодила. Он там часто бывает. Они все там бывают. Спасибо. Вот видишь, спросить ведь никогда не поздно. Здравствуйте. Я детектив Сандерс. Хотел бы задать вам несколько вопросов. Ким. У него был магазин напротив. Ким? Да. Я расследую его... Нет, да. Нет, мистер Ким. Я расследую его убийство. Убийство? Да, убийство. Спасибо, что уделили время. Сдачи не надо. Да. Всего доброго. Я обошел все магазины в радиусе мили. Ничего не получилось, я ничего не узнал. Если бы ты работал на улице, я бы мог тебе помочь. У тебя есть все, что тебе нужно. Поймай этих ублюдков. Хорошо, пап, я это сделаю. Что с тобой случилось? Бурная ночка. Джефф, подожди. Я никуда не уйду, пока ты мне не расскажешь о мальчишке. О мальчишке, Джефф. Тот мальчишка, который жил дома у Кима. Мы нашли его отпечатки пальцев. Так ты мне скажешь, кто он такой? Я не знаю, о ком ты говоришь. Эй, парень! That was him, wasn't it? Это был он, правда? Great, Jeff. Прекрасно, Джефф. Thanks a lot, bro. Большое спасибо, братишка. Ты уничтожил единственный след, который у меня оставался. Перестань. Этот парень с улиц, он никогда не будет разговаривать с полицейским. Джефф, ты хоть знаешь, что ты делаешь? Ты делаешь так, чтобы это им
сошло с рук. Перестань, занимайся своими делами, тем, что ты делал в полицейской академии. Знаешь что, если бы ты не вернулся в город, с Кимом ничего бы не произошло. Его бы не убили, Джефф. Это все из-за тебя, черт возьми. Ты пристрелишь меня, Адам? Крокодила. Физиономия мне знакома. Где-то встречались? Тебе здесь не место. Уматывай отсюда. Кто убил Кима? Иди к черту. Кто убил Кима? Несите его на улицу. Ким был хорошим человеком. Был моим другом.
очень хорошим другом. Нам было здесь очень хорошо в корейском квартале. Я хочу помочь. Что вы можете сделать? У меня есть кое-какая информация. Но только не здесь. Здесь небезопасно. Пойдемте. Прошу вас. Это важно. Мы должны поговорить с глазу на глаз. Я хотел заехать к Киму в тот день, когда его убили. Я мог помочь ему, но я ждал, наверное, слишком долго. Сейчас мой друг мертв. Я ничего не сделал, чтобы помочь ему. Человек, который убил Кима, он должен быть накажен, а наказание должно соответствовать преступлению. Скажите, что вы знаете. В нашем корейском квартале 4 Япо. Это лидеры корейской мафии. Любой из этих трех мог это сделать. Емей, Отоко и Во Сам. А четвертый лидер? Четвертый Япо — это Йонг. Но откуда вы знаете, что Йонг этого не делал? Потому что я Йонг. Я ничего не могу сделать. Ничего, поверь. Если другие Япо узнают, что я мщу за смерть моего друга, они отвернутся от меня. И начнется безжалостная война. Прольется много крови. Слишком много крови. Есть лишь один человек, кто может совершить правосудие без войны. Это чужак. Ты сделаешь это? Направляйте меня в нужном направлении. Есть человек по имени Кай. Он наемный солдат. Мои люди слышали, что он знает, кто убил Кима. Где этот Кай? Мы его найдем. Это человек справа. Кай. Хочешь жить? Имя. Назови имя. Кто заказывал убийство Кима? Говори. Во Сам. Во Сам. Прости, это слишком опасно. Во Сам, у него очень хорошая охрана. К тому же ты его не знаешь. Во Сам — это животное. Послушайте, мы ведь договаривались. Во Сам живет в гостинице Кокома. Он хозяин этой гостиницы. Здесь все люди, которые на него работают. Верхний этаж занимает он полностью. Добраться туда можно только на личном лифте. Там везде охранники. В подвале, на крыше. Будь осторожен. Охранники повсюду. В подвале, на крыше и даже около лифта. С ним обязательно кто-то есть 24 часа в сутки.
Что за черт? Ли? Ли? Тобой все в порядке? Что-то случится, я успею сломать тебе шею. Ты все понял? Тебе нужны деньги, мне нужны. Твои деньги. Ты убил Кима, теперь я убью тебя. Нет, я не убивал его. Я готов умереть, но я тебе не вру. Тогда ты просто умрешь. Оставь его в покое. Джимми, нет, отпусти его, что ты делаешь? Он убил Кима. Нет, Сэм был другом Кима, а мне он как дядя. Он защищает меня от Янга. От Янга? Да. Он убил Кима. Кто тебя обманул? Янг. Человек тебе что-то сказал. Ты пришел ко мне домой, пытался меня убить на глазах моих детей. Он показал мне наемного убийцу Кая. Кай сказал, что это сделали вы. Кай его человек, правда? Почему я должен верить вам больше, чем Янгу? В этом городе все знают, что Янг убил Кима. Идиот. Подумай, Янг хочет, чтобы меня убили, но он не хочет начать войну, поэтому он подумал, что это может сделать чужак. Чужак — это самое лучшее. На него можно свалить вину. Никаких доказательств, никаких улик. Просто сумасшедший чужак. Совершенное оружие. Что ты будешь делать сейчас, если я тебя отпущу? У нас с Янгом есть неоконченное дело. И я его закончу. Я пойду с тобой. Забудь об этом. Нет, нет. Тебе нужна моя помощь. Ты просто мальчишка. Кто знает, как найти Янга? Нет, нет, так не пойдет. Прости. Ты должен найти Янга, прежде чем он уедет в Корею. Возьми его с собой. Он приведет тебя к нему. Ты уходишь из моего дома, чуть не убив меня с моим благословением и с моим человеком. Странный уговор. Скольких людей ты убил? Никого не убивал я, парень. Да ладно, перестань, мы ведь вместе работаем. Ты можешь мне все сказать? Что этого хочешь? Убить кого-нибудь? А ты разве нет? Но когда мы поймаем этого парня, что ты с ним сделаешь? Это мое дело. Слушай, тебе повезло, что Сэм отправил меня с тобой. Я его самый лучший человек, я самый лучший здесь на побережье. Послушай, я не имею ничего против тебя. Почему ты убежал с похорон и не помог мне? Я не тебя испугался, дурак, а Янга, он меня видел. Послушай, у них с Сэмом большая вражда еще с времен Якузы, перевоз наркотиков, но ты понимаешь. Янг — это человек тайны, никто не знает, где он живет, где он проводит время, но я знаю, куда он ездит каждый день, в банк. Ну что же, неплохо. Но сначала ты должен преодолеть препятствие его телохранителя Танаку. Это просто горилла какой-то. Настоящая Годзилла. Ты с ним можешь не справиться один. Послушай, парень, не надо зарекаться. Ты что, моя мама? А где твоя мама? Ладно, встретимся в гостинице, я пошел. Ты не ответил на мой вопрос. Она умерла. Сколько тебе было лет, когда она умерла? Не твое дело. Ким был прав. Ты мне действительно кого-то напоминаешь. Я потерял мать, когда мне было 10 лет. Значит, у нас действительно есть что-то общее. Правда? Слушай, банк открывается утром. Может быть, ты скажешь, куда мы едем сейчас? Нам нужно с кое с кем поговорить. С кем? С полицейским. Что? Успокойся. Это мой брат. Я хочу, чтобы ты поговорил с ним.
Послушай, я не разговариваю с полицейским. Я хочу, чтобы ты ему сказал, что ты видел Танаку, но я его не видел. Он это не знает. Я хочу, чтобы ты ему сказал, что ты видел, как Танако убивал Кима. Он попросит тебя выступить в суде, ты скажешь «да». Нет, нет, ты можешь говорить все, что угодно. Высади меня. Я выйду из машины, я не хочу участвовать в этом. Я не буду с ним говорить. Послушай меня. Если ты скажешь, что ты видел Танако, он арестует Танако прямо на месте, около банка. Ну и что? А Янг останется на заднем сиденье лимузина. Один. Да, может быть, ты не такой все-таки тупой, как кажется. Мы находимся рядом с банком. Ребята, будьте готовы около входа. Как слышите меня? Прием. Слышу вас хорошо. Джефф? Джефф. Yeah. Да. Ты знаешь, я догадался, что ты хотел все это сделать в одиночку. Понимаешь? Найти этого ублюдка, который убил Кима. Сделать правильное дело. Я хотел то же самое. Я знаю, что ты чувствуешь. К тому же... Я очень рад, что мы будем работать с тобой вместе. Я никогда не думал, что так получится. Хорошо. Эй, проснитесь. Вот он. Так, ну ладно, поехали. Он едет на стоянку рядом с банком. Мы выезжаем за ним. Ну, давай, Джимми. Делай то, что я тебе сказал. Сидишь в машине и никуда не выходишь. Он не должен тебя видеть. Ладно, не волнуйся, меня он не увидит. Ну что, уже? Подожди. Боже мой, дамочка. Что там произошло? Ну что, уже? Нет, 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 подожди. Пока нет. Ну, давай, дамочка, побыстрее. Okay, Jimmy. Давай, Джимми. Да, это он, точно, узнаю. Подозреваемый едет по Морскому бульвару. Вышлите подкрепление. 8-5-3-4-7. Говорит 17-й. Говорит 17-й. Продолжаю погоню за подозреваемым. Около порта. Здорово. Молодец, младший брат.
Мы их возьмем, Джефф. С места. Дай мне увидеть твои руки, быстро. Руки за голову. Ну, быстро. Возвращайся в машину. Сиди в машине, Джефф. Джефф. Не стрелять. Я первый. Он мне нужен живым. Янг. Черт. Здесь 50 тысяч вольт электричества. На колени. Руки вверх. Я сейчас включу ее. Адам. Черт. Все чисто. Адам, с тобой все в порядке? Конечно. Что со мной могло случиться? Макс, увезите его отсюда, а с тобой я поговорю в участке. Мне нужно тебе кое-что сказать. Успокойся, братишка. Мы его поймали. Я слышал, вы там хорошо поработали. Да? Ты бы сделал на моем месте то же самое, Терри. Не знаю. А сколько ты работаешь в полиции? 5,5 месяца. Ничего, не волнуйся, все будет в порядке. Привет. Хорошее начало. Ты мне помог, а я прокололся. Я не помог тебе, Адам. Джимми не видел Танаку на месте преступления. Я солгал.
Я не знал, причастен ли Танака к этому. Кроме того, что он работает на того, кто убил Кима. Янг. Он отдал приказ. Это был лимузин Янга. Он должен был сидеть сзади. Я воспользовался тобой, чтобы приблизиться к Янгу. Я не хотел, чтобы с тобой что-то случилось, Адам. Я просто очень хотел поймать Янга. И я не подумал. Господи, Адам, мы ведь одна семья. Да. Точно. Все в порядке. Я тоже слышал о Янге. Джефф, если ты убьешь Янга, ты рискуешь своей жизнью. И жизнью Джимми тоже. Думай сам. Да, я знаю. Ты должен помочь ему. И он уверен в том, что ты сможешь это сделать. Нас с ними разделяет одна черта. Не переступи через нее. Ты уже не вернешься назад. Ну как он? Все будет хорошо. Послушай, я должен идти. Береги себя, сынок. Янг уезжает из страны сегодня вечером. Он хочет забрать со склада весь Херапонг до прихода катера. Сегодня вечером в Сан-Педро, стоянка корабля 60. Будь там. Буду. Поехали. Что мы здесь делаем? Просто смотрим, наблюдаем, что здесь происходит. Ладно, давай, поехали. Пора действовать. Расскажи мне все, что ты слышал. Я ведь уже рассказал. Еще раз. Послушай, Янг должен забрать отсюда весь свой товар. Здесь будет полно охранников. А внутри там целая фабрика. Там тоже полно охранников. Потом приезжает катер, и он уедет на нем. Так он всегда скрывается от полиции. Я подожду до ночи. А ты будь в гостинице. Если мне не удастся, удастся. Да. Но если не получится, ты должен прийти к моему отцу, капитану Сэндерсу. С ним тебе будет безопасно. Если ты доберешься до него, убей его ради Кима и ради меня.
Надо же, все-таки получилось. Катер должен уже быть здесь. Нужно выйти на улицу. Эй, ты! Подожди-ка. Спасибо. Эй, ребята, мы не одни. Не волнуйся, мы готовы к этому. Ты быстрее, чем пуля? Попробуй доказать это, Супермен. Я хочу, чтобы ты попробовал. Ну, давай. Давай. Я рад, что ты забежал. Я надеялся, что у нас будет возможность попрощаться. Спасибо, что ты пришел ко мне в гости. Мозги в эту сторону, Кай. В эту.
Подожди, подожди. Нет, не надо. Давай поговорим. Не убивай меня. Наказание должно соответствовать преступлению. Кто это сказал? Интересно, хотел бы я испытать, что ты почувствуешь перед смертью? Давай. Я действительно хочу убить тебя. Но ты не стоишь того.
Эй, эй, сиди в машине, отпусти его. Все в порядке. Надо же, ты поймал его. Подожди-ка, ты не убил его?